Ковальчука широко известна не только любителям хоккея, то Эльмиру Набиуллину только предстоит завоевать место под солнцем. С другой стороны, он играет в футбол, а в спорте номер один у нас спортсменов мирового уровня, мягко сказать, не так много. Так что заявить о себе вроде бы легче, тем более и начал он хорошо, став лучшим молодым игроком сезона премьер-лиги. А защитники «Рубина» — обладатели премии детской футбольной лиги «Первая пятерка» в нашем сюжете. Церемония вручения первой пятерки всегда неформальна. Игроки здесь перевоплощаются в десантников, гладиаторов, сотрудников ДПС. В зависимости от клубной принадлежности, конечно. Эльмир Набиуллин – татарин, и фантазия организаторов предсказуемо обратилась к тюбетейке. Для Эльмира даже спели несколько песен, и он понял, о чем они. Ну, раньше татарские традиции как-то чтили больше. Лично я в семье разговариваю на татарском, ну и на русском, одинаково, можно сказать, 50-50. Вот, лично для меня татарский язык – это больше, чем просто язык. Главное, что бросается в глаза, Эльмир ну просто до безобразия скромен. Хотите подтверждение? Он всю зарплату отдает родителям. Не-не, просто если нужна какая-то сумма, просто у них прошу. Даже удивительно, как Набиуллин смог пробиться на топ-уровень с таким явно мягким характером. Выдавить из него хотя бы пару предложений в ответах на вопросы – достижение. Но главное, что Набиуллин не тушуется на поле. Не, ну на поле это одно, в жизни другое. В жизни я более скромный. На поле стараюсь не быть таким, тренера говорят. Зверем становишься на поле? Ну не зверем уж, но все равно не таким, какой в жизни. Тренера говорят, более надо бояться. Играть как умеешь. Несмотря на беспрецедентную скромность, в детстве поймальчиком, как выяснилось, он не был. Да, в детстве был тем еще проказником, получал ремнем. Вот так воспитывали. За что? Например, что-нибудь спрячу, что-нибудь разобью специально. Визитная карточка защитника «Рубина» пока этот эпизод в матче с ЦСКА. Он сыграл по-бразильски против бразильца Марио Фернандеса. Финт удался, как выяснилось, не случайно. Ну, я в детстве, вот, когда играл в нападение, старался что-то такое выполнять. Когда перевели в защиту, стал забывать. В защите главная оборона, в первую очередь. И вот, вот сейчас над этим работаю, чтобы улучшить. Давайте, финты. Раньше... Как в детстве я играл в нападение, для меня был кумиром это Рональдиньо. Нравилась его техника, его стиль игры. Потом, как перевели в защиту, мне стал симпатизировать Марсело. Победа Набиуллина в номинации «Новичок года» была бесспорной. За него голосовали самые высокие люди – Капелло и Мутко. Как тут не помечтать о сборной, ну и еще кое о чем. Футбольная – это попасть в сборную России, а не футбольная. Не знаю, семья, наверное, создать свою семью.